Спасибо. По всякий случай для порядка. Итак, Ирин, очень сложно не просто проводить сессию импровизации, а при этом еще и как-то ее комментировать. Обычно ведущий сессии импровизации придумывает вопросы и передает их слушателям. На этом его работа в целом заканчивается. Он именно ведущий, он ведет. Ты была вынуждена комментировать происходящее. Причем не просто комментировать, а именно показывать свой навык активного слушания. И мы с тобой за кадром чуть это обсуждали, что достаточно сложный проект с точки зрения именно его презентации. Когда мы презентуем свой навык активного слушания со сцены, аудитория задается вопросом, а что в этом для меня? Хорошо, она активно слушает, она помнит, про что рассказывали. Ну, я же тоже помню. Мне-то это зачем? И в этом его сложность, и мне кажется, ты с одной стороны преодолела эту сложность, с другой стороны, мало было именно активного слушания. Ты делилась своим мнением относительно темы, замыслом, который у тебя был в каждом вопросе. А тут под каждым вопросом выясняется целая история. Твоя позиция по этому вопросу, как ты его видишь, те образы, те сюжеты, которые ты вкладывала как с очередями за новыми моделями Apple. Все это присутствовало. И были даже подмечены удачные моменты, которые могут быть как раз той полезностью, которую аудитория может унести. Собственно, у нас, по-моему, 3 спикера из 4 приводили примеры. История или пример тут в рамках 2 минут примерно одно и то же. И ты подмечала, что это удобно, хорошо для восприятия, классно, коротко выражает идею. И у аудитории не было вопроса, зачем они это слушают. Твой комментарий был для них интересен, потому что интересна ты, и полезен, потому что он несет с собой практическую значимость. Но именно с точки зрения активного слушания, что ты сама услышала в речи человека, который выступал, видимо, ты забывала сказать. С этой точки зрения, на мой взгляд, цель проекта достигнута где-то на 60%. Ты из услышанного сделала вывод, но ты не поделилась конкретно тем, что ты услышала. К сожалению, в чистом виде навык активного слушания – это отзеркаливание, проговаривание того, что ты услышала. И здесь, исходя из твоего комментария, мы точно знаем, что ты услышала, и точно знаем, что ты внимательно слушала. Но именно сложность его реализации в том, что то, что ты услышала и внимательно слушала, неинтересна аудитории. Вот. Поэтому мне очень понравились и твои вопросы, и сама сессия импровизации. Это же я уже чуть добавляю, как эксперт по общей оценке. И то, как ты их комментировала. И я допускаю, что цель проекта тут не так важна. Мы убедились, что ты умеешь активно слушать. Благодаря именно твоим комментариям, а не тому, что ты можешь повторить за человеком то, что он только что сказал. Верим, что можешь, потому что можешь это проинтерпретировать, можешь как-то это пропустить через себя. И спасибо за твою живость, потому что очень сложно было, ведь это же невозможно подготовить реакцию на выступление, которого еще не было. Со второй речи, со второй реакции ты уже включилась, живее, смелее давала свой комментарий. Это было очень приятно наблюдать. Ты была искренна перед нами, ты была такой же на сцене, как ты в зале, как ты в обычном общении, когда перед тобой нет аудитории. Это очень здорово, что этот навык присутствует, и ты его реализуешь. Спасибо.